Приветствую вас. И сегодня я вам покажу, как зарегистрировать себе кошелек для вывода средств на банковский счет. Должны зайти в раздел Payments и Payout Setting. Мы попадаем на такую страницу, где необходимо заполнить логин, email, фамилия, ваш пароль, сайт, ваш телефон, страна проживания, адрес. Это улица, дом, город, область и почтовый индекс. После этого нажимаем регистр, то есть зарегистрировать. И ожидаем. Здесь будет информация вся о выводе средств, как это работает. Ну и в принципе, для того, чтобы попасть в свой бэк-офис, необходимо нажать на данную кнопку GPG. Нажимаем и ожидаем перехода на систему. Здесь нам говорит, в течение 5 минут мы вам вышлем пин на подтверждение регистрации вашего GPG аккаунта. Это верификация через email, то есть этот пин приходит. Ждем пару минут, проверяем email и вписываем пин и завершаем регистрацию. Итак, мы получили пин, вставляем его. И нажимаем Submit. У нас выходит вот такая страничка, где необходимо заполнить все свои данные. Выбираем страну проживания, где у вас есть банковский счет, карта для вывода средств. Так, секунду. Email адрес оставляем. Тот же, который указывали изначально. А сейчас мы генерируем пароль для того, чтобы непосредственно использовать для Потом мы выставляем секретные вопросы и даем ответ на данные секретные вопросы. После вписываем мобильный телефон, выбираем мобильную связь, выбираем часовой пояс. Здесь вписываем сначала месяц, потом дата и потом полный год. Ниже вписываем адрес полностью, ваша улица. Адрес 2 пропускаем. Пишем имена город, страна, почтовый индекс и еще один раз ваш телефон. Нажимаем галочку, соглашаемся, ну и отвечаем на секретный вопрос. Так, проверяем, чтобы было все заполнено. И нажимаем Submit. Поздравляем с регистрацией. И теперь необходимо войти в свой аккаунт. Вот мы попали в свой аккаунт, и здесь уже есть у нас возможность добавить банковский счет либо Visa MasterCard для вывода своих средств.